дистанции. Итак, дамы и господа, представляю вам нас бойцов. В прямом эфире смотрит 6 тысяч человек. Справа мне находится боец, которому 24 года, его рост 177 сантиметров, вес 77 килограммов рона. Представляет гордо Россию, а именно Каспийск. Встречайте, Магомед Расул Исагаджиев! Также его оппонент слева от меня находится боец, которому 26 лет, рост 180 сантиметров, вес 77 килограммов ровно. Представляет Узбекистан, встречайте, Хуснедин Шерматов! Это при октагоне Завтане Иван. Бойцы в центр. Уважаем друг друга, слушаем мои команды. Напоминаю вам, запрещайте любые удары в затылок, позвоночник, пах. Локтями в голову не работаем, колено в голову, только стойки. Сетку и экипировку не хватает. Пожали руки по углам. Представитель Узбекистана Шермаматов Хуснедин. Его оппонент получает наставление. И бой начинается, погнали. Небольшая разведка. Оба бойца заняли центр октагона. Лоу-кик. Да, хороший лоу-кик так. В области. Ой, хороший ответ, лоу-кик. Да. Оверхендом бы пытался догнать. Магомед Расул очень хорошо бьет ногами. Уже несколько лоу-киков он... Нанес ему оппоненту, да. Только лишь одним ударом ответил Хуснедин. Видимо, Магомед Расулов в экипировке от Fight Nights. Может быть, он выступал у нас в Fight Nights. А может и нет, но очень хорошо на руках и вот подскользнулся, да, упал. Не сказать, что пропустил какой-то такой весомый удар для того, чтобы потерять равновесие, он просто упал. И отлично встретил оверхендом его Хуснедин. Да, опять же, на лоу-киках Хуснедин отвечает оверхендом, таким прям. Да, он пытается плотным. Зацепить, поймать ногу и сразу же нанести хороший оверхенд. Но пока Магомед Расул пробивает свои удары и проходит. Попытался вот обманный лоу-кик и сразу с левой ноги хай-кик бросил. В голову, да, немного так зацепил. Не такой уж сильный урон нанес. Этот самый хай-кик. Да, боюсь представить, что было бы, если бы он попал точно в цель. Пытался пройти в ноги, не получилось. Магомед Расул держит удар и наносит свой... О, хороший мидл от Магомеда Расула. Хорошо двигаются бойцы. Да, занимают оба центра октагона, никто не дает никому преимущества. Обмениваются ударами и сейчас вот к чему-то это должно привести. Да, Магомед Расул более точен. Хорошо попадает лоу-киками. О, хорошие два удара. О, пошатнул. Хуснедин потерял немного равновесия. И вот и второй вот. Добивает его сразу же. Не торопится. Да, не торопится Магомед Расул. И сразу вот. Уверенно наносит да, удар. Вот сразу же один за ударом. Оба удара. Еще один удар. И левый. Три удара слева сбоку попали. Да, очень хорошо видим покраснение. Хорошо, да, Магомед Расул, вот смотрите. И сам попадает в ответ. Как огрызнулся. Смотрите, пытается обмануть Магомед Расул своего оппонента. Бьет лоу-кик и сразу левый наносит. Видит то, что слева пропускает очень хорошо. Хуснедин. Еще один удар. Да, еще один. Еще левый. Левый пропускает Хуснедин все, что дает ему Магомед Расул. Да, абсолютно. Пытается точен. Сам тоже боковым. Абсолютно точен Магомед Расул сейчас. И, конечно, еще один, о, хорош! Попадание сейчас колено. Вот это рубка, включать, отличная да. комбинация. Еще успел там колено включить. Мне кажется, перебивает очень сильно Магомед Расул. Огрезается, огрезается да. немножко Хуснедин, но это... Пока ничего за собой не влечет, все правильно. Да, Магомед Расул очень хорошо прям комбинирует удары. Успевает вставлять колено. Да, причем с правой стороны у него не заходят удары, именно левый попадает. Да, именно левый попадает, уже пятый раз попадает в челюсть. Хорошая челюсть. И опять. Хорошая очень челюсть хорошо, у Снегина, да. Держит удары. Так. Блядь, не стоять. Отличная апперкот. Какая комбинация. Мне кажется, еле стоит на ногах Хуснедин. И один удар вот сейчас может решить вопрос. Да. О, отлично увернулся. Прямо Магомед Расул уже чувствует уверенность, начал, уже начал. Комбинирует удары. Начал потихоньку разбирать своего оппонента Магомед Расул. Хороший мидл-кик.
пытается перевести, да, но не получается. Нет, конечно, не даст ему представитель России. Дагестана, да. На Каспийска у нас Магомед Расул, и вот видим, что подустал у нас очень сильно Хуснедин. Да, Хуснедин очень много пропустил, два раза был потрясен, отличный удар! Какая хорошая комбинация, именно боксерская комбинация от Хуснедина. Да, успел еще по телу пробить, это просто невероятная комбинация от Магомеда Расула. Еще один удар, комбинирует голова туловища, еще один. Хорошие априкоты заходят. Полностью разбирает Магомед Расул своего оппонента. Да, по этажам работает. Сначала удар в печень, а потом переводит в голову. О, отдает спину. Да, попытался Хуснедин найти что-нибудь для себя именно в партере, но сразу же увидел это Магомед Расул. Да-да, не дает ему, конечно. О, встает, хороший хайки в голову. На разрыве очень хорошо попал. Очень неплохо. Очень неплохо действует Магомед Расул, уверенно. Опять попадает очень хорошо с левой. Хороший и тайминг, все, и раунд заканчивается. Отличный раунд. Отличный раунд для Магомеда Расула. Да, хорошая техника, смотрите. Да. Смотрим повтор. Дважды был в нокдауне. Это нужно знать, это нужно понимать, что все это было, и это нельзя отрицать. Кстати, Рамеш, вы заметили, вначале начал очень хорошо лоу-кики пробивать, но потом забыл про них. Ну да, мне кажется, что после вот двух потрясений Хуснедин уже больше думал о том, как бы не пропустить. Он уже забыл о том, что он должен брать инициативу на себя и пытаться как-то перебить. Вот, вот он первый вот раз потрясен, да. И сейчас вот покажут нам второй раз, когда он пропустил. Ну, отличная работа, смотрите, работает туловище, голова, и это приносит свою пользу, вот здесь хай-кик, да. Так, это у нас уже главный бой. Нет, это, по-моему, главный карт тоже у нас 2 минуты, а потом несколько главных боев у нас, 2 боя по 5 по 3, 3 по 5, то есть. Посмотрим, как будет двигаться дальше бой. Попал в глаз, да, неприятное ощущение. Он, безусловно, перебивает своего оппонента первый раунд. Да, извиняется, Хуснедин не хотел показывать, что не хотел. Продолжается у нас бой. Немного успокоилось все. Ну, Магомед Расул уверенно стоит, да. Кстати, выглядит Хуснедин, зарядился как-то тем, что он много пропускал, и опять поверил в свои то, силы, да, в себя, что он может выиграть. Да. Ну, техника Магомеда Расула за 2 минуты никуда не делась. Он будет продолжать делать то, что делал. Да, и опять будет настигать его. Очень хорошо. Ой, хорош! Попадание! 3 прямых попадания, да, в челюсть. Да, и в печень. Зарядил, как он выстоял, Хуснедин вообще? Как, да, у него железная челюсть, видимо, раз он стоит еще после этих ударов. Мне кажется, Хуснедин сам не понимает, как он выстоял эти удары. Ну, смотрите, как он активно даже стоит. Попадание было со стороны Магомеда Расула. И оттопыривается назад у нас. Попадает, опять шатнуло. Да, навстречу уже. Очень сильно сечка, мне кажется. Уже не бьет Магомед Расул полностью. Мне кажется, сейчас могут вызвать врача и не уже демонстрирует технику, да, как он может вести бой. Боксер, мне кажется, что-то сечка такая была. Да, под глазом, да, разбил глаз. Ну ничего, это ММА, здесь бывают сечки. Просто насколько она опасная, да, насколько она глубокая, насколько она. Говорят Магомед Расулу, чтобы он двигался. Чтобы начинал комбинацию с рук, именно с рук у него получается. Вот сейчас полностью опустил Магомед Расул руки, понимает, что видит своего оппонента, отличный бокс, просто отличный бокс. Да, да, отличная двойка, прилетает прямо в голову Хуснедину. Еще один. У него абсолютно все, Магомед Расула. Да, Хуснедин уже в крови, смотрите, какие уклоны просто. Заслуженный мастер спорта бьется против любителя. Да, хороший бокс. Да, опустил руки, и вообще он даже не задумывается об этом. На каждый один удар он отвечает 2 ударами. Да, хороший бокс, хороший ответ. Видим, уклоны тоже грамотные. Уворачивается. И плюс тайминг видит. Пропускает сам. Очень хорошо ведет бой Магомед Расул, но Хуснедин не знает, почему он принимает. Но несмотря на это, Хуснедин держится, он идет вперед. Заметьте. Зачем Хуснедин принимает правила Магомеда Расула? Нужно вязать свою игру. Руки делать полностью то, опущены. Получается хорошо. Конечно,
конечно, нужно вот слышать. О, попадает Хуснедин. Какой молодец, уже возвращается. После стольких пропущенных он старается закончить этот бой уже. О, пропускает. Как он держится. Действительно, очень много ударов в челюсть пропускает Хуснедин. Вот сейчас, да, он пытался перевести, да, но никак. Ну. Да, но увидел Магомед Расул сдалека это. Да, видим, что уже глаза заплыли у бойца из Узбекистана. Да, видно, что классом выше, да. Но несмотря на это, Хуснедин все равно дерется. Он, то есть, стоит в центре. Это просто невероятный уровень бокса. Да-да, для ММА это отличный бокс. Очень интересно посмотреть на Шудрона Эргашева, боксера, который сидит у нас здесь в гостях. Как он оценивает качество. И вот сейчас... Смотрите, переводит. Хуснедин переводит своего оппонента, скидывает буквально с себя его. Вот подсказывают Хуснедину, не дай встать ему. Да, будет стараться бить, возвращая то, что упустил. Времени, наверное, не так мало. Скажу честно, если досрочно не закончит Хуснедин эту встречу. Да, ну Магомед Расул в борьбе тоже неплохо. Смотрите, встает с ногой, пытается перевести, наверное. Ну да, выход из Дагестана, мало ли кто у нас плох в борьбе. Поэтому Магомед Расул у нас с Каспийска, а в Каспийске... Да, представитель Дагестана. Да, борьба в любом случае минимальная должна быть, поэтому вот это, в принципе, нам сейчас хоть продемонстрировать. Расул поднимает его и, конечно, хотел бросить, но в силу того, что сопротивляется, Хуснедин не получилось. Отцепи себе, говорят. Да, напоминаю вам, что это 41-я пара, главные карды у нас заканчиваются. Заканчивается раунд, заканчивается бой. На голову. Но ничего страшного. Но мы с вами идем дальше. 42-я пара. За очень более 57 килограммов. Представители Азербайджана и России встретятся. А кто именно, с кем, вы узнаете чуть-чуть позже от нашего ринг-анонсера Султана. Единогласным решением судей победу по баллам одержал боец из синего угла Магомед Расул Исагаджиев. Да, Исагаджиев, Магомед Расул побеждает в этом бою. Отличный бокс, отличный бой показал этот парень.